Короче, ладно, сначала разберу слова чистые равные. Их так равные. Нам сказали разобрать слово чистокровное. Это прилагательное. А какое слово к этому прилагательному идет? Нона дура. Она нам не сказала, какое слово к прилагательному этому идет. Угу. Так это не бот, интересно. Потому что боты такое писали. Ты будешь завтра стримить? Да, наверное. Короче, она дура, блин. Привет. Блин, ну ё-моё, ну а какое слово нам писать? Я вообще хазы. Ладно, чисто кровно душу. Как дела? Все хорошо? Нет, не хорошо. Мне бесит. Нам, короче, учительница сказала, короче, там разобрать слово чистокровное. А она не сказала к нему слово. Какое, типа, к этому слову идет, ну, типа. Короче, люблю тебя, я вас обожаю. Просто какой-то трэш. Ладно, напишу дождь. Сколько тебе лет? Мне 12. Дракон, привет. Ой, Милана, привет. Дождь. А дождь или дождь? Крутые вопросы у меня. Можно познакомиться? Да ё-моё, я сегодня с таким... Ну ё-моё, я один написала. Ну, да, можно познакомиться. Да я просто совсем тупая. Со мной лучше не знакомиться. Не знаю, WhatsApp есть? Есть. Но номер я никому не даю. Ну, просто я не хочу ни с кем общаться. У меня есть девочка, одна подруга. Вот эта девочка будет. У меня дофига подруг, поэтому... Сори. Милана, подружка. Люблю тебя. Дай номер. Дай номер. Ну, тебе я дам ВЛС, потому что, блин. Ого. Короче, а ты сейчас сможешь, типа, я, короче, пойду на акробатику в 18:00. Ну, не в 17:00, но в 17:00. Что это? Не знаю. Ну, вот, короче, ты можешь выйти к школе? Я хочу, типа, убедить, ну, типа, увидеть тебя, ладно. Типа, погулять чуть-чуть с собой. Мне на акробатику надо в 17:30 там быть. Но мы с тобой, может, минут 10 погуляем чуть-чуть. Как зовут? Арина. Я болею. Ну, ладно. Ирина, дай номер. Я не даю номера. Пожалуйста, мне так дофига друзей. Извините, ребята. Почему?
Почему? Ну, у меня просто и так очень много интернет-друзей, поэтому, блин, извините. Я опять ошибку сделала. Ты где? Я дома. Что это? ВСВ. Ой, чел зашел, который мне 35 алмазов подарил. Чел, спасибо. Блин, крутой чел. Наверное, донатер какой-нибудь. Привет. Спасибо за 35 алмазов. Как дела? Нормально. В чат номер. Давайте лучше в ЛС дам, но по-любому сейчас спалят мой номер. Ты чё? Двенадцать. И опять дождь через день написала. Ну, блин.